Всем огромный привет! Недавно открылся новый проект Life Russia, ну и я, естественно, решил сюда залететь и начинаю здесь играть и свою рубрику «Путь бомжа» на этом проекте. Цель, я думаю, так вам понятна, в принципе, становиться самым богатым игроком на данном сервере. Но если что, то ссылочку на скачивание игрульки я оставлю в описании. Я играю на сервачке Москва, буду вас ждать вместе со мной тут. Я зарегистрировался на сервачке и, собственно, на спавне. Тут пацаны стоят, ребята. Посмотрим онлайн. 321 человек. Слушайте, это реально очень неплохо, потому что на открытии было всего 150. То есть проект активно развивается и привлекает людей. Подходим к Леониду Литвиненку и получаем первые 500 рубасов. Я думаю, это просто замечательно. Так, давайте у Славика Бустеренко тут задание есть. Так, первые деньги на любую работу. 1000 рублей заработать. Так, ну хорошо, давайте тогда берем с вами скутерок и сразу же нам выдвигается. Так, самое близко здесь. О, лесопилка, как раз-таки недалеко. Давайте, поехали прям сюда. Очень круто, что прям рядом со спавном. Я думаю, там как раз-таки на каждом спавне. Да, как раз-таки Батырево. Там рядом будет завод по производству мебели. Тут лесопилка. Это реально как бы очень круто. Можно, по сути, от спавна новичкам ездить. По сути, новички ездят на эти работы. Так что очень круто сделано. Устраиваемся на работенку, и тут, кстати, медпункт бесплатный, поэтому как бы давайте подкрепимся, потому что здоровье у меня не полное. Кстати, забыл вам сказать, что у меня здесь ник Люцифер 5, потому что мой основной никнейм Тони 5, собственно, занят. Так, ну и вон, собственно, наша, сказать так, зона срубки деревьев, пойдемте туда. Работенка простая, здесь, как видите, вот заходит, и мы должны, собственно, нажимать на вот эти штучки. Как видите, я немножечко тут тупанул в первый раз, и, собственно, ну, немножечко неправильно это сделал, но во второй раз у меня все получилось просто шикарно. Ну и прошло меньше минуты, а я уже выполнил первый квест, да, как видите, все, заработал я 1112 рублей, а надо было всего 1000, ну и все, как бы можем с вами спокойно идти чапать, переодеваться и забирать квест. Прописываем команду квест и приобрести телефон. Так, отлично, хорошо. У нас был удален наш транспорт, поэтому надо будет по ходу воспользоваться. Ага, тут не продумано. Тут вот видите, нету, в общем-то, аренды скутеров. Но я как бы думаю, что ну ничего страшного, если я сделаю абсолютно по-другому. Так, давайте вообще посмотрим, где у нас тут будут бизнесы. Далеко ли вообще нам бежать? Так, 24 на 7. Так, смотрим, что тут вообще ближе всего есть. Вот 621 метр, да, давайте я думаю сюда, потому что, ну, он ближе всех. Так, вот теперь вопрос с мопедом. Хотя, знаете, ну... Не-не-не, подождите. Работает так или нет? Да, все, отлично, ну, значит, едем. Я в 24 на 7, и здесь нам надо купить свой телефон. Так, все, он вот, 450 рублей, очень дешево. Так, регистрация с сим-картами, кстати, вот давайте попробуем здесь взять какую-нибудь. Вот 555, допустим, потому что любимое число, 999. Ага, номер уже используется. Что-нибудь надо придумать. 555, пускай 669 будет. Так, о, все, просто отлично. Взяли, купили, собственно. Ага, деньги за квест, я так понимаю, мы уже с вами получили. Что у нас почем? 3372 рубля. Ну, в общем-то, можно сказать, неплохо. Так, вот ключа от этого транспорта нет. А, я походу по-другому сделал. Так, давайте GPS с вами. Нет. Квест, посмотрим, что тут есть, банковские услуги. О, отлично, тут как раз-таки недалеко банк. Честно говоря, жалею, что взял этого бомжика, он реально просто еле идет. Но ладно, ничего страшного. Так, идем с вами прямиком в банк. Тут кто-то есть, но неважно, он нам не помешает. Так, оплата имущества, нам надо именно вот это, открыть новый счет. Так, название нашего счета, давайте пускай будет просто Тони по стандарту, да. Все, отлично, да. Какой у нас номер? 3700, ну, в общем-то, ну неплохо. Вот, но могло быть на самом деле лучше. И уже сколько у нас денег на балансе? Так, прибавляется. 9 косарей будет? Нет, 9 косарей еще не будет. 8372, неплохо. Так, что у нас следующее? Водительские права, но здесь очень далеко до автошколы, так что я думаю, здесь поможет нам релок. Ну, я так и сделал, собственно, и достаточно долго, кстати, проходил тест, не обошлось тут без гугла, вот, ну и, собственно, сейчас будем с вами, можно сказать, рассекать на этой машине. Так, на одну кнопочку вот так вот можно взять, завести машину, мне это прям очень нравится, все, ну и едем. Кстати, машина не самая ущербная, потому что на той же Боровихе там, допустим, на копейки едешь, а вот здесь прям реально хорошо, на ней можно прям хорошо разогнаться, она удобная в управлении, не как Жига там, знаете, какая-то на матрешке, допустим, той же самой, очень, типа, трудно не ехать, тут прям, ну, вот, видите, все хорошо, нормально.
Так, друзья, ну и почти все, собственно, не очень долго занял путь, мне прям нравится. О, все, отлично, собственно, на 30 дней, но ничего страшного, возможно, как-нибудь потом, собственно, и на мотоцикл получим, и на воздушный транспорт, но это, я думаю, уже, собственно, в будущем, да, в будущем. Дальше у нас по квестам, это купить любой скин в магазине одежды, но я думаю, что пока что не стоит покупать какой-то фуфло, как делают обычно новички. Как-нибудь, думаю, потом выполним этот квест, как чуть-чуть еще заработаем бабла. В общем-то, думаю, вы меня поняли. Пока что у нас есть на балансе с вами 9300, что тут вообще по донату? Так, 6000, у меня, кстати, аккаунт, нет пополнения. А, это работает, походу, не так. Донаты, значит, донаты. А, ну, тут, собственно, такого, я вижу, чего-то принципиально нет. Тут 1000 рублей, я думал, 1200, как на брелике. Ну, ладно, ничего страшного. Так, ну, чего-то принципиального прям не вижу. Если вам понравился видос, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Собственно, снимать этот проект или нет, вы решайте в комментариях. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я Tony5 2.0. Всем удачи, ребята, и всем пока. Кстати, следующая серия будет завтра.